Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Хозяйка горы». Уральский поселок Каменный помнит давнюю легенду, рассказывающую о княжне Тумановой. Владелица золотого прииска, где происходила добыча драгоценных камней, попала в руки большевиков. Сменившаяся власть предпринимала попытки узнать информацию о спрятанных сокровищах, но даже во время жестоких пыток женщина не раскрыла секрет. Обозленная на мучителей заключенная, чувствуя, что умирает, прокляла того, кто отыщет заветную шкатулку. Уверовав в проклятие, местные жители опасаются вслух произносить имя хозяйки. Но каждый мечтает стать богатым и скрывает тщательные поиски золота. Самоуверенная девушка Алена, не боящаяся старой истории и предрассудков, требует у бояры недостойного подарка, взобравшись на возвышенность. Словно услышав просьбу, родной отец красавицы обнаруживает в заброшенной шахте скрытый тайник. Отбросив страх и сомнения, радостный мужчина приносит ларец в свой дом. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу.